Знаете, бизнесу нельзя научить. Почему? Мы вынуждены признавать, что генетические склонности, они присутствуют у людей. И если ты бизнесмен, то ты им станешь. Нельзя научить меня играть на пианино. Можно управлять, при всем уважении, да, одним рестораном, можно управлять одним магазином. Если мы говорим о бизнесе, как о большой истории, это все-таки склонности. И это тяжелый труд, как и любой другой специальности. Хороший врач, хорошие руки, наверное, этому нельзя научить.